Короче, это уже третий раз, когда мы пытаемся снять начало ты этого влога. Ты пытаешься снять начало влога. И я пытаюсь сказать то, что сегодня мы едем смотреть горбатых китов, mm-hmm. которые каждый год из Арктики приезжают. Что, Википедия прочитал? На золотое побережье Австралии. Короче, смотрите дальше. Собирался полчаса. Всего лишь и полчаса. Поэтому придется ехать на Uber. Всего лишь полчаса. И еще и Uber нет. Где Uber? Где он там? Check your app. Дороже на сколько? $30. Но они гарантируют, что вы увидите китов. А если не видите, то вам вернут деньги обратно. Да, ну посмотрим. Но плохого думаю, вам не посоветую. Ты кита изображаешь, горбата, который из Арктики переехал в Gold Coast на зиму. And you might have met Marty, he's walking up to check-in guys. Once you hop on board here, there's tea and coffee and biscuits available there. There's also some other drinks available there as well, guys, if you'd like anything from the bar. Surfers.
Paradise. Вернулись на Surfers Paradise. Hungry. Голодные просто. Идем искать, где упасть. Ну что, пойдем в Hard Rock? Как вы думаете, в Hard Rock есть веган-бургеры? Должны быть. Сейчас мы в Лос-Анджелесе они были. Но я думаю, здесь они тоже есть, никому не нельзя. Это Австралия. Вид. А теперь лайфхак от Кристины. Рубрика лайфхак. Что делать, если вы окажетесь на суде? Не перебивай меня. Okay. Рубрика лайфхак. 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 Кристина Москва. Так вот, если вы едете на экскурсию, где кто-то должен выпрыгивать. Типа крокодил, кит, дельфин, шарк, акула, doesn't matter, неважно. Так вот, бегите туда, там, где фотограф это делает, профессиональный фотограф, который на лодке делает фотографии, который знает англы, что я говорю по-русски, по-английски, oh my god. Короче, по-русски буду говорить. Бегите за фотографом, который работает на эту компанию, потому что они выкладывают все фотографии на Инстаграм. То есть они знают англы, они знают, откуда выпрыгнет это существо. Вот. Так что ты как-то все ближе к капитану была. И еще лайфхак. Весь день. Еще лайфхак. Если вы едете на китов зимой в Австралии, берите куртку. На плащик. Курточку. Ну, anyway, это был замечательный экспириенс. Если вы в Голд Косте, мы вам рекомендуем. Проверено. Лайки, ставьте комменты. Подписываемся. Так, все, я пошел есть. Угу. И если вы думаете, что веганам будет скучно, нет, не скучно. Это очень вкусно. Короче, Кристина выпила одно пиво, и это... Пиши комментарий. Короче, это самая busy улица Gold Coast. Сейчас, конечно, не сезон, но Monday, в сравнении с Мельбурном это очень интересно. Можно сказать, здесь вообще никого нет. Спустя 2 дня мы добрались до океана. Не очень правда. Why? Под твоей жопой. Oh. Do it. Oh my god. What did you do? Did you do that? Порвало. Did you do that? Собирались в клуб пойти. Какой клуб после 7 часов на экскурсии, а? В холоде. Какой клуб? Мы же в горячей ванне лежать. Это что мы и делаем. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Сиськи покажи. This is my сиськи.